Друзья, привет! Редкий случай, когда у меня есть в помощниках личный оператор. И вот снова я тут в этом видео с этим мотоблоком. Он уже на грунтозацепах, вон вы видите на экранах. И поставил вот такой окучник. Ну и самодельные, короче, тут переходники понаделал, да? Для настроек, да, натяжитель, чтобы его никуда не уводило. Потому что окучник, хоть и его родной из комплекта, но мне, как выяснилось, при покупке не допоставили, короче, нужные всякие приблуды, и я сам уже намутил. Это обнаружилось только сейчас, потому что я окучником не пользовался. И вот сейчас, значит, занимаемся посадкой биткоин-картошки. Сажаем биткоины. Биткоин-картоха, да. И вот у нас ICO, так скажем, да, нашей крипты. Нашей родной крипты, наша картошечка. И вот это будет сейчас предварительный, как бы, это премайнинг. Майнинг конкретно это будет уже осенью, когда мы уже будем добывать этот биткоин. Эту биткоин. Это биткоин-картоху. Крипта рулит. У нас крипта-картошка. Заводим мотоблок, как обычно, да. И вы сейчас увидите кусочек, как идет, делается канавка, борозда, для того, чтобы туда потом запулить эту крипто-картошку. Ну и, короче, у нас не получается окучником закопать же, да, потому что, ну, он частично закапывает, но очень сложно управлять этим агрегатом. Этим майнером, короче, и можно наехать на картошку, и поэтому мы прикапываем ее грабельками, лопатками в этой канавке. Ну и ровненько получается, вы видите на экранах, какое ровненько у нас поле. По ниточке стараемся все делать. Итак, смотрите, это, короче, крипто-картошка, крипта рулит. Так, тихонечко, короче, я иду за мотоблоком. Частично окучник закапывает вот картошку вот в соседнем ряду. Если заметите, то заметите. Да? И вот так вот, раз, выехал, и тормоза, все. Теперь мы пойдем ее сажать. Вот такой вот примайнинг этой картошки. Вот такая вот получается у нас канава, борозда, куда будет майниться картошка. И откуда, вернее, будет майниться картошка, наша родная крипто-картошка, биткоин. Кому понравился видос, подписывайтесь, ставьте лайки, оставайтесь со мной, всем пока.